Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Газуй или умри». Как вы помните, в прошлой серии мы с вами получили полицейскую, вот эту замечательную небитую машину. И будем сегодня, ребята, именно гонки устраивать на ней. Ну что же, поехали, еще ни разу мы с вами на ней не ездили, не знаем, что она себя представляет. Поэтому надо почувствовать, как говорится, драйв. Трасса для меня, ребята, тоже неизвестна, поэтому... будем аккуратненько все это дело делать. Машина не проапана. По крайней мере, по полной программе. Оу, она очень длинная, я понял. Так, секунду. Просто раздавили, шикарно. Но мне нравится, что она такая вот приземистая. И довольно ей хорошо. Ё-моё, хорошо бомбить преграды. Вы, наверное, тоже со мной в этом плане согласитесь, да? Так, ну что, ребят, горючка у меня, к сожалению, смотрите, подходит к концу. Я даже... Да, у меня, видимо, даже настолько слабые колеса, что я не могу, ребята, подняться. Так, ну что же, давайте, наверное, тогда улучшим, наверное, да, наши колесики. Так, мне еще хватает, да? А, нет, не хватает, я думал, что хватит. 269 тысяч еще у меня остается в запасе, я могу себе коробку передач улучшить. Угу, ну что же, погнали. 95-й, ребята, день у нас. Так, я думаю, что сцепление на этот раз будет с дорогой лучше, да? Вау! По крайней мере, я уже... Оу-воу! А вот это-то что такое, ребят, ну... Ты будешь у меня вставать? Тачка, 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 ты будешь у меня переворачиваться? Нет, ребята, она не может. Замечательно, я тебе скажу, да? Я улучшил машину свою, упал, как говорится, в какую-то яму и не смог встать. Лучше, как говорится, не придумаешь. Хорошо, ладно. Нас этим, ребята, не испугаешь, верно? Мы еще с вами и не то вытворяли. Да что ты будешь, ну, ребят, ну. Да почему же она не может у меня перевернуться-то? В чем проблема-то, а? Ну вот, я раскачиваюсь и... Ну, ребят, ну не получается, ну серьезно говорю. Ну не получается и все тут. Слушай, это уже второй фейл. Да ну, не может быть. Не может этого быть, ребятули. Не все так сложно, и я... Просто надо было получше раскачаться, и все будет хорошо. Так, опять у меня бензин закончился, и приблизительно... Ну, нет, не приблизительно, ребята, а очень даже далеко. Да, без ускорения-то мне тут как-то хреновенько на самом деле будет, и я даже не знаю, что мне лучше сделать. Давай, наверное, горючки себе купим все-таки. Денег больше абсолютно ни на что не хватает. 97-й день. Так, я, наверное, буду, ребята, вот здесь вот все-таки ехать поаккуратнее. Лучше я упаду вниз и нормально, как говорится, проеду, да, вот здесь вот, чем мы будем там с вами выеживаться. Вот так вот мы лучше сделаем. Вау! Тыч, и просто раздаем их всех. Ускорения у меня, как вы понимаете, пока нету. Поэтому я не могу здесь подгазовывать. Йоу! Отлично! Вот это другой разговор. Так, зомби, ребят, на меня прыгают. Слушай, ну... Перед у машины, конечно, слабоват. Вы посмотрите, она уже... Не-не-не-не-не-не, парень, так не пойдет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. У меня супер машина, ребята, просто может вставать с места. Понимаете, это... Не у каждого такая машина есть, которая перевернулась и может просто встать. Без чьей-либо помощи. Отлично. Ну, проехал я далеко уже на этот раз. И смотрите, у меня, не забывайте, ребята, удвоение монет стоит. Так что бабулек у нас должно хватать с лихвой. Давайте еще купим себе бак. Слушай-ка, мы можем даже... Кто-то мне говорил, что улучшаем вначале тачку, потом ускорение. Хорошо, хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем, ребята, улучшить тачку. Так, получите 21 тысячу всего за 66 рублей. Вы сэкономите 25%. Нет, спасибо большое, я уже потратился на двойной бонус. И больше я ничего пока покупать не хочу. Мне не нужно, мне этого, наверное, ребят, хватит за глаза. Да? Кстати, ребят, я уже для себя и для вас... Твою же маковку, скачал третью часть, и я думаю, что мы после того, как пройдем вот эту вторую часть, займемся прохождением третьей. Ну, а вам надо только написать, поддерживаете ли вы меня в этом плане или нет. Бамс, естественно, да. Мне нужно, кажется, еще, ребятушки, прокачать броню на тачку, потому что, ну, она уж совсем никакая, совсем ватненькая. И очень быстро у меня разбирается. Особенно у нее очень быстро, ребята, разламывается перед. Сами видите, да? Воу, как и круто, и далеко уже уехал. Тихо, не надо буянить. Слушай, мне бы, конечно, бы доехать бы до первой... Ага, тут нужна развесовка, понятно. Я это учту. Мне бы до первого этого доехать, ребят.
как он называется-то, до первой бензоправки. И все у нас будет четенько. Так, давайте, наверное, еще купим бензинчика маленечко, да, с вами. И, ну, так уж и быть, куплю себе ускоритель. Ну, если деньжатки есть, почему бы не купить? Нифига, у меня там ускоритель, ребят, там целая турбина. Воу. Да я крут. Так, а здесь? Фьюх. Фу, я уже думал, сейчас опять упаду. Нет, все хорошо, ребята. Ну, как вы понимаете, ускорение у меня первой степени, поэтому очень быстро тратится. Но зато, смотрите, я как ласточка лечу. Свободный, я свободен, я лечу как ласточка. Ну, вот это я понимаю, ребята. Вот это я гонщик, елки-палки, прям прирожденный. Да, броню надо брать. Броню надо обязательно брать, потому что машина у меня какая-то, ну, вы сами видите, она как будто из фольги сделана и просто мнется практически от всего. Тем более, когда мы врезаемся вот такие вот бочки взрывные. Но, тем не менее, ребята, есть шанс. А, двигатель сломался, к сожалению. Я уже думал, сейчас мы доедем. Там осталось совсем чуть-чуть, да, до чекпоинта, но не получилось. Так, что же мне тогда сделать? Броню я беру, ребят, да. Пускай у меня будет броня. И я еще... Нет, почему-то мне так хочется, чтобы еще хватило. И, наверное, мы возьмем с вами развесовочку, да? Для того, чтобы с легкостью прорезать, так скажем, толпы зомбарей и те же самые коробки, которые будут нам постоянно мешать. Так, прикольно. А мне нравится, ребят, как у меня тачка сейчас выглядит. Смотрите. С пилами все дела тут. Просто рубим, режем и кромсаем. Ёлки-палки. Рэй, потише, потише. Не надо газовать. Ты же не на реальных гонках, елки-палки. Такое вытворять-то здесь сейчас. Я сам от себя в шоке, ребят. Я сам от себя в шоке, что вытворяет у меня эта полицейская машина. Вы просто посмотрите, она просто прекрасна. Других слов у меня нету. И, возможно, с этой попытки, наверное, я хочу надеяться, что мы все-таки доедем с вами до бензоправки. Так, ну, как вам сказать? Шанс есть, но машинка моя уже, как мы видим, дымим. И очень много, очень, ребята, много препятствий. Скорее всего, не получится, а хотелось бы. Слушай, ускорение есть? Есть, ребят, я подгазовал. И да, мы доехали с вами до чекпоинта, и это уже хорошо. Просто отлично. Мы будем начинать отсюда, но скажу вам одно сразу же. Мы ведь не знаем, какая дальше трасса, так? Поэтому будем ее узнавать вместе с вами. 101 день у нас с вами на кону. Конечно же, мы сразу отправляемся в гараж, и у нас вот, ух, сколько денег. Ух, сколько денег-то. Я думаю, мы, наверное, с вами потратимся на броню. И, вау, обязательно будем смотреть, и, пожалуй, на ускорение. Так, двойная награда, 620 тысяч. Достойно. Так, короче, ребята, я устал смотреть рекламу. Мне каждый раз дают по 310 тысяч, но я уже, наверное, ее хрен знает сколько посмотрел. В общем, устал. Я думал, что она когда-нибудь закончится, но она не заканчивается. Поэтому, ребят, я уже сам остановился на этом деле. И давайте уже с вами прокачиваться маленько. В общем, 7,5 миллиона у меня денег, как мы видим. Так, во-первых, я хочу купить себе горючее. Так, у нас еще 5,5 миллионов. Я думаю, что нужно, наверное, купить нам ускоритель. Так, ускоритель возьмем. И возьмем, пожалуй, наверное, движок. Да, ребята... Чуть ли не 30 минут я смотрел эту рекламу и практически все деньги слил. Ладно, я возьму еще, пожалуй, развесовку. Так уж и быть. Ну что, ребята, поехали. Сейчас, ого, ты прикинь, уже на старте, ребята, здесь зомби на меня сами бегут. Так, подожди. Что такая за трасса-то корявая, елки-палки? Опять бочки? Ну, естественно, ребята, ну как же без бочек-то? Ну как же без них-то, без родных наших? Так, воу, тут нифига мост, ребята, прям рушится на глазах у нас. Интересно, я смогу вот с этим апом доехать до следующей бензоправки? Как вы думаете? Прикинь? Вау, круто было. Вот это мне понравилось, ребята. Воу, щет. Замечательно. Так, не забывайте, что у меня, ребята, есть еще ускорение. Ау, зачем я его применил? Ну, полпути проехал. Проехал, ребята. Так, давай так. Погоди-ка секунду. А что? А, вот здесь как надо было. Понял, ребята. Я все прекрасно понял. Конечно, моей машинке очень тяжело ехать, я это вижу. Но, тем не менее, до бензоправки. Так, смотрим, что у нас, ребята, по горючке. По горючке у нас очень мало. А, опа, вот это подкол сейчас был.
так вот разгонишься, да, как в стенку врежешься с разгону и сломаешь свою машину сразу же, причем. Прикинь, если я сейчас доеду. Я сомневаюсь, конечно, в этом деле, но это было бы, конечно. Это было бы, конечно, круто, ё-моё, ну что ты делаешь? Машина, пожалуйста, не ломайся, я тебя умоляю, бензин, ребята, закончился, ты понимаешь? Мне не хватило бензина, но зато как я круто ломанулся, и я зарабатываю, ребята, лям, ты понимаешь, целый лям. То есть я могу себе купить еще немножко горючки. Да, ребята, я именно горючку, потому что, ну, когда у тебя бак полный, да, и на душе спокойно, то все шансы доехать у тебя, конечно же, есть. Блин, надо вот здесь вот... Блин, вот эту бочку, ну, никак не обойти. Вот обязательно в нее врежешься. Мост рушится, как я вам уже говорил. Так, мне было бы прикольно, если бы это было бы как в Климпрейсере, когда мы, помните, ребята, с вами ускоряемся, у нас из турбины огонь. А тут он есть вообще-то, ребята. Я только сейчас увидел, что у меня из турбины огонь полыхает. Ёлки-палки. Да-да, именно здесь. Кстати, где-то здесь будет сейчас прикол, да? Что мы с вами можем врезаться. Нет, не этот. Именно где в стенку. По-моему, вот сейчас вот будет, да? Мы с вами разгоняемся, а потом бац, и там такой прикол нас ждет. Надо это местечко как-то для себя обозначить. Воу, да я просто... Вот, вот он. Во... Нет, 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 я умоляю, я умоляю. А мне здесь, ребята, мне здесь даже не перевернуться, если бы я даже и захотел. Не получится. Потому что слишком низкий потолок. Да, ребята, черт подери. Неудачно, конечно, получилось. Неказистенько как-то. Ну что же, будем, ребята, покупать полностью себе бенз. 103-й день у нас на кону. Дай-ка я вот это все дело перелечу. Как-то мы тут с вами слишком долго, да? Могу, как говорится, себе позволить. Короче, я запомнил одну вещь. Там будут деревянные вот эти помостки у нас. И после них как раз и начинается вот этот вот туннель. Там можно даже, ребят, наверное, немножко снизить скорость, чтобы не попасть опять в такое же неловкое положение, как у нас было до этого. Чтобы я в этом туннеле завис и ничего не смог сделать. Смотрите, в данный момент я полпути прохожу практически на одном дыхании, да, вот половина этой трассы. Вообще практически без каких-либо проблем. Так, ладно, давим, ломаем. Вот здесь, ребят, после вот этого вот места у нас будет именно то самое местечко, где... Вот сейчас, вот оно, вот оно, вот оно. Все. И больше, по-моему, у нас никаких приколов не будет, так что можно даже газовать. Ёлки-палки, бедная моя машина. Ё-моё, что с тобой происходит? Как её... Тихо, вот здесь прикол, да? Вау, просто мясо, ребят. Так, я прошел свою ту точку контрольную. Вы это видите? Тихо, не надо. Давай ты что ты... Да какое слишком медленно? Ты будешь мне... Ехать или нет? О, ребята, ну вы уж меня извините. Я не могу проехать. Это говорит о чем? Что нужна развесовка. Угу. Один лям я получаю, естественно, ребята, мы это дело делаем. Вот она, развесовка, полностью я ее докупаю. И все, денег у меня больше не хватает. Какого фига ты у меня застрял в этих чертовых коробках? Ты мне объясни, а? Водила, что тебе там не понравилось? Как ты... Я не понимаю. Может быть, сцепление нужно взять получше, чтобы как бы у него хватало мощей подняться или что? Что тебе не устраивает все время? Я улучшаю тачку, улучшаю, а она все... хуже и хуже себя ведет. Я помню, ребята, то место. Не надо мне напоминать. Я уже все, уже определился, грубо говоря. Так. Здесь будет бочка, я помню, ребят. Надо будет сейчас как-то сделать, так перепрыгнуть ее, что ли. Ёпарас, это что с моей тачкой случилось? С моей тачкой случилось страшное, ребята. С нее практически вся броня слетела. Ну, сам виноват. Так, вот здесь будут сейчас вот деревянные вот эти вот помостки. Вот после них будет стенка. И там уже будет, ребят, туннель. Вот здесь. Вот. А? Помнят, как говорится, глазки-то мои, помнят. Я просто, ребят, на ускорение. Давлю на ускорение. У меня его, на самом деле, всегда больше, чем бензина остается. Ну, да я... Воу, вот здесь мы с вами, да, тогда остановились.
Я эту точку проехал. Вдруг у нас получится с вами сейчас доехать до бензоправки. Что с моей машиной случилось, ребят? Ну я доехал. Просто в хлам тачку. Развалилась она у меня прям в этом прыжке. Ну, как вы видите, я все-таки добрался на переднем колесе до чекпоинта. И начинаем уже мы с вами именно с этого места. Так, заработали немножко денег. Я покупаю последние горючие, которые мне отводилось для этого. И, естественно, ребята, купим с вами коробку передач для увеличения максимальной скорости. Но на самом деле я не вижу, чтобы тут как-то вот скорость увеличивалась. Не чувствую я, ребят. Зачем вот это делать? Зачем, Рэй, ты так вот... Ты что делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это же непростительные ошибки, парень. Ну что ж ты? Ну тут слишком много трамплинов, я смотрю. Как бы приколов, да, таких вот. Ну-ка. Где бы я не захотел ускориться, ребята, везде что-то меня ждет. Какой-то подвох. То ли потолок слишком низкий, то ли еще что-нибудь. Ладно, не будем пока на это отвлекаться, будем ехать. Мне нужно, ребят, познакомиться с этой трассой. Вы сами понимаете, я первый раз по ней еду. И мне нужно, вау, мне нужно адаптироваться к ней. Так, понятно. С броней у нас все очень-очень плохо. Вот эти переломы, конечно, меня совсем не устраивают. Ну, конечно, конечно же. Не совсем они меня устраивают. Потому что на них я свою тачку просто убиваю. Разрушаю ее, ребят. Кто-нибудь так еще мог сделать, кроме меня? Бензин закончился. Слушай, ну 1,5 миллиона мы с вами заработали. Давайте, наверное, мы сделаем так с вами. Я покупаю броню. И у меня еще денег хватает даже на ускорение. Ну, это хорошо, ребят. Это очень хорошо, потому что еще, наверное, заездов 5-6, и моя машина будет проапана полностью. А если она будет проапана полностью, остается только лишь нормально себя вести на дороге, и мы с вами пройдем эту... Ой-ой-ой-ой-ой, эту трассу. И какая там дальше у нас будет машинка? Вот это уже мне интересно. Мы с вами смотрели как-то, да? В ту серии, какие нас там машины будут поджидать. Вот это, конечно, вы прикольнулись сейчас в данный момент. Очень хорошо прикольнулись. Блин, я хотел ее объехать, не получилось, к сожалению. Ну, на ускорение, ребята, только на ускорение мы летаем. А в третьей части, ребята, мы будем с вами не просто ездить, давить зомбарей, а будут за нами даже ездить зомби, которые будут у нас бомбить всякими ракетами, в общем, всячески нам мешать. Так что, ребятулечки, ставим лайкосик, если хотите, чтобы мы с вами потом начали играть в третью часть. А еще мне нравятся такие комментарии, когда ребята пишут: я в этой игре ас, я ее прошел полностью. Конечно, ребята, вы ее прошли полностью, потому что игра старая, а я в свое время, наверное, в такие игры не играл. Я больше специализировался на компьютерных играх. И жанр Android игр у меня, ребят, недавно совсем зародился. Так что вы, надеюсь, меня прекрасно поймете и не будете сильно ругать. Так, ну что, давайте, наверное, с вами мы ускоритель полностью выучим. И... Оу, опять что ли? 1,5 ляма за просмотр? Ну давай, я посмотрю. Покажете, надеюсь? Так, ну что, ребята, у меня 3 163 000, да? Давайте-ка что-нибудь еще с вами закупим. Например, те же самые колесики. Полностью проапаем. Я вам скажу, что нам остается всего ничего. То есть проапать полностью движок, грубо говоря, нам где-то на это придется потратить 3,5 миллиона и плюс двигатель. Слушай, у нас все кузыри в кармане, и скорее всего мы пройдем с вами за сегодняшнюю серию эту трассу. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Будет, конечно, немножко длинная, но вы сами говорите, чем длиннее, тем лучше. Это касается всего. Так, ну что? Твою маковку пошутил, называется, неудачно, не вовремя. Ладно, едем, ребята, едем. Потерял, конечно, скорость. Это меня, опять же, опечаливает. Да что ж приколы-то такие, а? Почему вот так все... Воу. Почти получилось, ребята. Мне, как говорится, не задеть эту бочку. Слушай, у меня же полностью прокачана развесовка. Почему меня так тормозят эти зомбари, а? Почему меня вечно подбрасывает куда-то? В чем проблема? Что не так? Ну?
Вау, вот это было круто, ребята. И избежал, грубо говоря, двух бочек сразу же. А вот эти вот перепады, еще раз вам говорю, ломают мою тачку. Слишком круто. Слишком все, ребята, круто. Ну ладно. Практически доехал до своей контрольной точки. Но ее надо переплюнуть. Ее нужно, ребята... Ай-яй-яй, вот так вот еще я буду делать, и все. И моя машина точно, ребят, не доживет. Все, мы с вами едем дальше. Дальше мы с вами еще не были. Да что ты будешь делать? Бензин закончился. А как же тогда быть? Почему он так быстро заканчивается? Я больше купить не смогу, к сожалению. Хм. Плюс у меня весь бензин, все ускорение. Что не так? Чего не хватает, ребят? Ладно, хорошо, давай мы прокачаем полностью двигатель. Ну, я не думаю же, что здесь вся проблема в пулемете. Верно, ребят? 108-й день у нас. Я так лично не считаю. Мы, я думаю, что и без пулемета бы с вами неплохо бы проезжали. Он нам нужен здесь для чего? Для того, чтобы, грубо говоря, подбивать зомби, да? Чтобы они нас немножко здесь не тормозили. Сколько там? 30 патронов. Ну, 30 зомбарей, грубо говоря. Не вижу в этом никак... Вот, вот это вот, конечно... Оу, щит, ребята, вот это я сейчас, конечно, круто тупанул. Зачем я начал ускоряться, не пойму. Да чтоб тебя, машина, ты будешь меня слушать сегодня или нет? А что ж ты так мотыляет-то на этих колесах-то? У тебя были другие колеса, ты и то себя вела более-менее послушно. Ну, естественно, все мне достается. Тут невозможно, ребята, вот тут пролететь или еще как-то сделать. Тут обязательно вот так приходится. Может быть, как-то можно выше там попасть. Но пока не знаю, каким образом это все делается. Давай. Так, ребят, практически контрольная моя точка. Опять то же самое. Ну что ты... Ой, ребята, ну это все ведь хорошо, да, начинается. Все хорошо. Начинаю вот здесь вот под конец почему-то папиного топорка врубать. Не знаю для чего. Ребят, на самом деле это не специально. Это все так получается. У меня ускорение. За мной зомби там какой-то бежит. Не один, причем, ребята, не один. А что, такая мощная скорость у меня? Эй! Нифига я рванул. Вот как надо, ребят. Да ну там это... Ну, да ты... ребята, сейчас горючка закончится. А, да, закончится. Смотри, я проехал буквально, ребята, полпути. Честно говоря, не знаю, что здесь делать. Ну, давай попробуем движок закупить, что ли. Ну, если и сейчас у меня ничего не получится, то я умываю руки. Тут остается дело тогда в чем? В том, чтобы можно, как можно идеальнее проходить саму по себе трассу. Понимаете? То есть поменьше врезаться. А как же Рэй без врезания? Да никак, елки-палки. Он просто обожает считать столбы, ящики, деревяшки и тому подобное. Он не может вот и проехать никогда аккуратно. Не может, он вечно газует куда-то. Все время куда-то спешит. Как на пожар. Ну, вот правильно. Начинается опять у него. Его на эти демоны. Включает своих демонов, да, ребята? Так, ладно, газуем. Здесь мы перепрыгиваем вот тут. Вот тут надо будет уже поаккуратнее, потому что вот здесь мы начинаем обычно тупить. Так. Понятно. Этот великолепный мост, который мне выносит крышу. Давай. Да, только не... Обязательно нужно перевернуться ей. Вот обязательно этой тачке моей нужно, ребят, перевернуться. Она не может по-другому. Понимаешь? Хорошо, ладно, предположим. О, залетел я, да? Так, тут написано «отлично». Отлично-то понятно. Но мне... А вот, ребята, и зомби. Они прыгают почему-то на мою машину и цепляются. А что им это дает? Можно узнать? Я не знаю, что дает. Пошли прочь от меня. Лезут они еще ко мне. Давай. Вау. Твою ж маковку, ты... А вот это было круто. Это было просто с их стороны удивительная, как говорится, подколка. Ребята, у меня ускоритель закончился. Вот что я могу сказать. И горючка буквально с секунды на секунду закончится. Но посмотрите, как я идеально и хорошо еду. Слушай, доеду я или нет? Как думаете, горючка сейчас закончится, да? Мне скажут, парень, у тебя закончилась горючка, и отдохни. Или я доеду все-таки?
Бензин закончился, мне не хватило буквально чуть-чуть, ребята, буквально чуть-чуть. Да что ж ты, что с тобой не так, а, тачка, что с тобой не так? Фух, так, воу, почти 2 ляма, ну-ка. Ну что, друзья мои, 4 миллиона 807 тысяч у нас. Соответственно, я докупаю все, что у нас не хватает. Все, ребята, машина прапана, просто с иголочки. Остается только лишь не оплошать. Не оплошать в плане того, чтобы проехать идеально эту трассу. Я буду стараться, конечно же. Смотри, как у нас получается. Вау, вау, вау. Так, нормально еще обошлось. Фига себе, что это ее так, ребят, бросает-то мою тачку. Вот здесь будет прикол, да, по-моему, если не ошибаюсь. Где-то вот здесь вот. Надо потише. Вот, проехал идеально, ребята, я это место. Практически без ускорения я пока еду. Не надо тут падать. Фига себе, у меня еще даже 12 под... Да куда ты там врезался-то? Ёлки ты палки, передок просто в хлам. Просто, ребята, в хламину. Что с моей машиной-то не так? Что ее так несет-то? Чем лучше ты ее... апгрейдишь, ребята, тем хуже она почему-то тебя ведет именно на трассе. Не знаю, с чем это связано. Твою же маковку, да. Ну это все, это, ребята, все, это фиаско. Это мы, я сам лично затупил. Столько моментов, да, было, столько моментов было. Иди отсюда, смотри, он прицепился к моей тачке. Он оторвал броню. Еще не хватало водилу отсюда вырвать из рулевого, и все. Да пошли вы все, блин. Что это за прикол, ребят, такой? Я не пойму, откуда они взялись-то. Ну ты будешь выезжать, ну хорош уже. Ускоритель закончился. Нет, не получается, ребят. Ускоритель у меня закончился, а он мне обязательно нужен. Горючка, как мы понимаем, тоже у меня заканчивается. Это видно все прекрасно. По шкале фула, фуил, горючки. Мы с вами куда-то еще и по низу поехали. Да что с машиной-то? Воу, ребят, ну это, конечно, пипец. Нет, еще есть немного горючки, ребят, еще есть. Залет... Фух, все. Я на своей развалюхе, ребята, доехал до... как говорится, красного Порше, видимо. Или Бугатти. Я получил достижение пройти уровень 4. И получаю 2 миллиона наличкой. Слушай, ну это круто, ребята, круто. Адреналинчик такой есть, блин. Все, что нужно в этой игре есть, ребята. Разблокирована новая машина. Да, тут либо Феррари, либо Бугатти. Ну что-то такое спортивное, это явно. У нас с вами почти 6 миллионов. И, ребята, я просто уже как бы авансиком вложу это все, естественно, в горючку. Так, нет, у меня все в горючку не получилось положить. Давайте тогда еще в движочек вложим маленечко, да? И, конечно же, мы с вами будем проходить эту трассу уже в следующей серии. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!